Привіт, друзі! Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас, це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – підсумки 6-ї міжнародної науково-практичної конференції, яка відбулась в Миколаєві 25 квітня. Саме про це ми і поговоримо в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв» з нашими сьогоднішніми гостями. Голова громадської організації «Миколаївська обласна єврейська громада» Михайло Гольденберг і кандидат історичних наук Володимир Щукін. Господа, здравствуйте. Здравствуйте. Рада приветствовать вас в нашей студии. Итак, сегодня тема нашей беседы – это мы будем говорить о 6-й международной научно-практической конференции, которая проходила в Николаеве 25 апреля, но она шла несколько дней. Я права, Михаил Давидович, вам первому слово. Спасибо, я приветствую всех на студии и у экранов, телевизоров. Действительно, конференция началась 25 апреля в Национальном университете имени Сухомлинского и продолжалась 3 дня. Если говорить о ее названии, это исторические мидраши Северного Причерноморья. Мидраши? А мидраши. Что это значит? Позвольте вас спросить. Дело в том, что мы первую из этих 6 конференций провели под названием «220 лет вместе». Я полагаю, что тут очевидно слышится, что имелось в виду. А ко второй мы подошли вот уже с новым названием. Вот весь актив, который готовил конференции, собрался, и вот мы решили дать именно такое название, во-первых, чтобы не привязываться к конкретике дат, потому что надо было бы каждую менять 221 год, 222. Во-вторых, здесь заложено, вот в слове «мидраши» заложено как бы вот и сама форма проведения этой конференции. Само этого слова относится к, скажем так, к форматам обсуждения Торы. Ну, той книги вечной, которая называется... Ну, не только Торы, а всех жизненных проблем. Всех жизненных проблем. Ну, первоначально как бы это шло от обсуждения глав, значит, описания событий, которые в Торе приведены. В дальнейшем, когда уже все эти обсуждения переросли в Талмуд, значит, уже обсуждался Талмуд, и возникали самые разные жизненные ситуации. Собственно, они и обсуждались вот перед тем, как попасть в Талмуд. И вот эти вот обсуждения в виде там диалогов, споров и так далее, вот они и обрели такое название «Мидраши». И мы, вот закладывая это название, мы подразумевали и то, чтобы в наших вот пленарных заседаниях, на секциях, чтобы это тоже вот в таком формате, и чтобы это было не просто сухое чтение докладов, а чтобы это было действительно обсуждение тем. А темы очень разные. Здесь мы обсуждали и вопросы, ну, скажем, современного состояния вот, жизни еврейской общины. Она известна, это состояние, оно известно по многим нашим контактам, кстати, и телевизионным, по видеозарисовкам, по фотографиям, по множественным, вот, которые мелькали здесь и на студии, которые и там в печати появлялись. Это интересно, это важно знать, но интересно копнуть глубже, посмотреть, а как было в прошлые годы, как это было в момент создания города Николаева, то есть история еврейского населения, и очень большое внимание мы хотели уделять персоналиям. Конкретным личностям, да, Михаил Давидович? Не просто там в общем народ, а именно конкретным личностям. Конкретным личностям, потому что, ну, собственно... Ну, в принципе, люди и делятся на конкретные, и из вот этих конкретных, и состоят личностей. И общины любого, и национальные, и общины города, и община страны, и так далее. То есть, вот из вот этой вот совокупности этих персоналей рисуется картина участия еврейского населения и в создании города, в его развитии. Были темы, касающиеся Второй мировой войны, затронуты и в нынешней конференции. И одна из центральных тем, а каждая из конференций как бы вот задавала главную тему, вокруг которой строились и все остальные. И эта главная тема в нынешней конференции была международная еврейская помощь и джойнт.
Вот это была главная тема, и ей было многое посвящено. Ну, может быть, стоит объяснить, что это за организация Joint, потому что я уверен, что многим, в общем-то, это простым слушателям это не совсем понятно. Даже и тем, кто, может быть, и слышал это название. Да, да, название очевидно слышали, но вот, собственно, об организации... Расшифруйте, Владимир да. Владимирович. Я думаю, лучше Михаил Давыдович это сделает. Дело в том, что само слово «joint» взято из полного названия, развернутого названия этой организации, «joint» по-английски, значит, «объединенный». Так называется Американский еврейский объединенный распределительный комитет, который был создан в 1914 году. И что интересно, мне кажется, вот в создании этого комитета распределительного, ведь из наших дел, из наших действий, как бы нам не дано предугадать, чем отзовется каждый наш шаг. И вот так же произошло и с Джойнтом. В 1914 году представитель дипломатической какой-то миссии, побывав в Палестине, увидел жизнь палестинских на то время евреев, которые, собственно, и были палестинцами на тот момент, и увидел вот то нищенское состояние, в котором они жили. И он отправил телеграмму в Нью-Йорк к своим друзьям, ну, филантропам, с просьбой помочь и поддержать вот это нищенствующее население еврейского Ишува, ну, или общины Палестины. Собрали средства и туда отправили. Потом, после начала Первой мировой войны, появились беженцы, для них тоже стали собирать деньги. И так, шаг за шагом, вот это все переросло в такую структуру, довольно крупную, довольно мощную, и главное, структуру, которая работала профессионально и вызывала доверие у этих самых филантропов и благотворителей. Вот это самое главное, да, что доверие. Да. И вот так... А почему вы говорите в прошедшем времени? И, да, вы правы, Владимир Владимирович. И вот так эта организация добралась и до нынешних времен, и в том числе и в Украине, вот, в общем-то, с начала 90-х годов. Дошли руки, наконец-то, да, и до нас. Да, до поддержки. Тут все сложнее, ведь впервые это сборник нашей конференции, уже изданный, впервые Joint появился у нас на юге Украины в 1921-22 году. Голод, разруха, в общем-то, совершенно депрессивное состояние экономическое, социальное. И вот Joint в числе других филантропических благотворительных организаций развернул... стал осуществлять программу помощи. Причем вот что меня всегда привлекало в еврейской благотворительности, суть ее состоит не только в том, чтобы накормить голодного, не только в том, чтобы одеть того, кто в этом нуждается, но нужно сделать так, чтобы завтра он не был голодным, чтобы завтра он не нуждался. Что для этого нужно? Для этого нужно его, если есть необходимость, научить какому-то ремеслу, научить какому-то занятию, помочь с инструментами, с сырьем, со всем остальным, чтобы он потом все, в общем-то, начинал делать что-то своими руками, и дальше он уже кормил себя. Вот так, собственно говоря, действовал Joint в те трудные 20-е годы. Да, это была помощь детским домам, домам для престарелых. В самом центре Николаева перекресток нынешних улиц Соборной и Спасской был питательный пункт для детей. Каждый день 500 детей приходило покушать. Причем условия были поставлены такие, что 50 на 50, то есть не менее 50% тех, кому помогают, это не евреи, ну и 50 евреи. И этот пункт работал в течение практически 3 лет. Присылались так называемые 10-долларовые посылки. 1000 посылок шло сюда, и но эта посылка, она давала возможность выжить семье на протяжении недели-двух. То есть, таким образом, просто 1000 людей спасали от голодной смерти. Ну, а потом возникает идея, что нужно
оказывать помощь техническую, помощь технологическую, помощь в организации производства. И все это очень активно делала дочерняя организация «Агроджойнт», которая помогала еврейским земледельческим колониям, которая, в общем-то, очень-очень много сделала и в Николаеве. Ну, в частности, наверное, все знают нашу больницу БСМП, старый корпус, построенный как раз в конце 20-х годов. Так вот, оборудование, все оборудование, медикаменты для этой рабочей больницы было поставлено на благотворительных основах «Агроджойнтом». Этого, увы, никто не знает. Да, действительно, это очень... Причем больница-то была предназначена не для евреев, а вообще для всех жителей Николаева. И это был главный принцип, этот принцип деятельности джойнта отчасти остается и до сегодняшнего дня. Но вот что подчеркивалось в ходе конференции, в 20-х годах советское государство очень активно сотрудничала с джойнтом, с агроджойнтом, очень одобрительно принималась та помощь, которую он оказывал, но смысл-то был в чем? Что это была не просто помощь, вот мы вам дадим денег, дадим средств, это был заем, то есть... Джойнт как бы одалживает вам на это средство. Первые тракторы сюда пришли именно благодаря агроджойнту из Америки. Сельскохозяйственная техника очень активна, мелиоративная работа и так далее, и так далее. Но суть-то была как раз в том, что придет время, все это нужно будет отдавать. Угу. То есть все не бесплатно? Все не бесплатно, но в перспективе. То есть когда вы сможете отдать, будете отдавать. И вот когда... В начале 30-х годов как бы наступило время для того, чтобы отдавать. И вот тут вот резко меняется политика, а гарантом выступило советское государство. То есть советское государство сказало, мы вам все простили, да, что мы вам должны, нет, мы вам простили. Нет, советское государство, когда договаривалось с джойнтом в начале 20-х годов, сказало, что мы гарантируем, да. То есть вы даете займы, а мы гарантируем их возвращение. А когда пришло время возвращать, вдруг резко меняется политика нашего государства по отношению к джойнту, ну, она, в общем, чем-то менялось в связи с процессами реализации сталинского плана построения социализма. Ну, одной из жертв его стал джойнт. То есть сотрудников джойнта обвинили в том, что они американские, германские, еще какие угодно шпионы, что они способствуют развитию кулацких хозяйств, что они, в общем-то, всячески стандартные антисоветские обвинения, и, к сожалению, большинство из них были репрессированы, мы сегодня даже не знаем их могил. Ну да, и вот то, что изменилось отношение к джойнту со стороны властей советских на тот период, это совпало не только со сроком возврата вот этого кредита, но и совпало с изменением политики партии и правительства. Ну, как бы вот озвучиваем таким образом, что уже общество советское настолько выросло и окрепло, что не нуждается в зарубежной помощи, а может уже самостоятельно как бы вот развиваться и двигаться дальше. А что касается вот самой помощи, о которой вы говорили, вот о тех средствах, которые надо возвращать, они касались, конечно же, оборудования. Это в основном то, что шло через агроджойнт, потому что та помощь, которая оказывалась продуктами, медикаментами, это была благотворительность в чистом виде. И изначально, когда вот джойнт как бы вот оговаривал свое пребывание на территории Советского Союза, Украины, в том числе, то было высказано такое условие, и со стороны властей было высказано, чтобы оказывать помощь, ну, где-то 50-50, в общем-то, населению страны и конкретно еврейским общинам, потому что сами-то средства собирались у еврейских благотворителей, которые хотели поддержать общины, дать возможность развиться еврейским общинам. Но эти средства, тем не менее, шли, и если посмотреть статистику, то вот по югу Украины, в частности, то здесь были поддержаны и, в общем-то, окрепли, стали на ноги
вот эти еврейские земледельческие колонии. И количественное соотношение такое было: 29 вот этих еврейских земледельческих колоний и 27 украинских сел. Вот эта помощь оказывалась вот именно вот... Конкретно адрес. Сегодня эта организация тоже оказывает помощь. Ну, так вот, Joint ушел, вынужден был в 30-х годах уйти. И, собственно, в советской литературе, когда писали о Джойнте, писали, что это, в общем-то, враждебный нам сионизм и так далее, то есть он был оклеветан со всех сторон. Но в 90-х годах, в конце 80-х, собственно говоря, Джойнт возвращается, то есть меняется политическая, социальная ситуация, он возвращается, несмотря ни на что, в нашу страну, и, собственно, активно работает и сегодня, реализуя очень большое количество интересных, очень интересных и эффективных программ. Да, среди которых вот как бы такая фундаментальная, особенно вот на начало 90-х годов, это была помощь в поддержке, в общем-то, скажем, благотворительная помощь членам общины и продуктами, и медикаментами, и патронажной помощью. И были созданы, причем по всей территории бывшего Союза, были созданы благотворительные фонды под названием ХЭСЭД, милосердие. И параллельно с этим шло развитие на общинные программы. Это и лагеря, это и обучающие программы, это и детские программы. То есть вот так вот параллельно и поддержка нуждающихся, и вот развитие, скажем так, национального самосознания через образование, через исторические исследования, через школы и так далее. Господа, если мы сегодня говорим об итогах 6-й международной научно-практической конференции «Исторические мидраши Северного Причерноморья», то какие можно сделать выводы, потому что время нашего эфира очень ограничено, и вот здесь вот лежат книги, которые вы принесли, если можно прокомментировать, чтобы телезрители поняли, почему они здесь лежат, для чего? О книгах, я думаю, Владимир Владимирович очень мало времени расскажет. Владимир Владимирович. Я компактно и сжато постараюсь сказать об итогах. Да, знаете, итоги, когда мы задумывали эту конференцию, хотелось, чтобы как можно больше людей узнали вот о том, о чем вот мы сейчас говорили. О разных сторонах еврейской жизни, евреев. На самом деле, не только о Джойнте шла речь. Конечно. Потому что тематика шла от археологии и, собственно, до сегодняшнего дня. Да, но то, что на самой конференции ограниченное количество людей услышали, это раз. То, что, допустим, вот сейчас мы об этом рассказываем, все-таки тоже не так много людей узнают об этом, тем более, что мы очень фрагментарно говорим. Поэтому, на наш взгляд, основное – это след, который остается вот в изданных печатных материалах. Тот след, который может быть найден и обозначен любым человеком, который интересуется этой темой. Равно как и вот те книги, которые мы издали, но это только часть из них. Ну и если посмотреть сборник, то становится очевидным, что конференция реально международная. То есть, кроме того, что из разных регионов Украины есть участники. Есть участники из Германии, из Израиля, из России. И нам особенно приятно, что традиционно, несмотря на изменения политической ситуации и всего остального, с нами активно продолжают сотрудничать наши коллеги из Крыма. Вот они каждый год приехать не могут, а вот шлют свои материалы, очень интересные, очень содержательные. И это приятно, что научные связи, они не прерываются, несмотря ни на что. Вот каждая конференция открывает какой-то основной глубинный аспект. Вот эта 6-я конференция, какой глубинный аспект она открыла? На чем больше всего акцентировалось ваше внимание и внимание всех участников конференции? Ответить на этот вопрос совсем непросто. Естественно, что мы не в первый раз на конференциях говорили о Джойнте, но целый ряд проблем прозвучали впервые, и, в общем-то, дискуссия шла в очень интересных направлениях, в которых мы раньше об этом не говорили. Раскрыто несколько персоналей, то есть несколько имен, о которых очень-очень мало или почти
в общем-то, до сих пор не говорили, не писали. Имен – это жители Николаева, да? Это да, это еврейские деятели или же деятели, скажем, связанные так или иначе с еврейским движением Николаева, нашего региона, Украины и международных. То есть вот как бы охват региональной проблематики постоянно-постоянно растет, хотя конференция задумывалась и, в общем-то, и продолжается как конференция, посвященная истории еврейского населения юга Украины. И, извините, Владимир Владимирович, у нас есть еще немножко времени. Михаил Давидович, может быть, мы предложим фотографии, которые вы приготовили, и вы прокомментируете их, пока есть время. Я хочу... они касаются именно вообще вот разные современные. Стороны. Да, современные. Давайте перенесемся жизни. В современность. Я хочу попросить нашего режиссера Вадима Кирчева. Вадим, будьте добры, покажите, пожалуйста, эти фотографии. Вот это ну, современная вот это, уже вот жизнь. Современная. Это наша молодежь, дружная. Это наш лагерь, это и проведение. Ну, чтобы телезрители разных... увидели, что разные да, стороны. Самых разных. Это ежегодный лагерь семейный. Это просто потрясающее да, творческий, что-то. Да, очень, очень творческий подход. Это и развлекательные занятия, это и обучающие, это я и... Я смотрю, здесь люди разных возрастов. Да, и, да, да. Что это очень и ценно. Постановочные... От бабушек и дедушек до внучек и да. внуков, и все задействованы, да, всем да. интересно. Вот, это уже у нас в нашем доме, в нашем центре, на Наваринской, это и вот ханукальные праздники, это и другие дни, вот встреча тоже шаббата. Это и вот конкурс красоты проводили. То есть это все самые-самые разные формы деятельности, которые, кстати, во многом поддерживаются именно джойнтом. Так что жизнь разнообразна и многогранна. Ну, судя по фотографиям, Михаил Давидович, жизнь действительно и разнообразная, и многогранная. И вот какие вкусности. Конечно. Демонстрируют. И главное, да. что это все неформально, а с... Я бы сказал, с драйвом делается. Безусловно, потому что если все это сухо разложить по полочкам, по учебникам, по тетрадочкам, то, наверное, этого ребятам и молодежи хватает и в учебных заведениях. Это лучше увидеть, чем рассказать. Да. Рассказать сложно. Ну да. Вот мы поэтому и посмотрели хотя бы краем глаза. И, Владимир Владимирович, если можно, прокомментируйте, пожалуйста, книги. Ну, вот здесь несколько книг. Это только несколько, это далеко не все. Ну, конечно, которые изданы за последние годы и посвящены в основном истории еврейской общины города Николаева. Вот это вот эта книга «Дорога к храму», на обложке здания, которого нет. Это хоральная синагога. Сейчас на этом месте дом Сталинка, она погибла, здание погибло в период войны. И вот в этой книге отслежены... А хоральная синагога, это значит что? Ну, скажем так, как кафедральный собор... Это статус, да? Да, это статус, да, это статус. То есть главная синагога, роскошное было совершенно здание в таком неоготическом стиле, к сожалению, его нет, но осталось еще несколько зданий... связанных с еврейской религиозной жизнью, и здесь она прослеживается от момента основания города Николаева практически до нашего времени. Вот эта книга, вокруг нее, в общем-то, возник сразу же ажиотаж, и сегодня ее еврейские адреса города Николаева – это еврейский путеводитель. Угу. Николаеву вообще не везет на путеводители, и поэтому была вот задумка как раз сделать такой путеводитель как раз по местам, которые связаны с деятельностью еврейской общины, и неожиданно для нас даже он получился очень таким. Таким по дизайну интересным, оптимистичным. В общем-то, как оказалось, что в Николаеве есть потребность вообще в путеводителях. У нас нет путеводителей. Вообще нет путеводителей. Ну, как, ну, можно считать, они... что вот эта книга – это путеводитель? Безусловно, безусловно. Угу. Уже я даже по ней экскурсии водил и показывал, потому что это ну, действительно интересно. И вот после того, как сделана была эта книга, я уже даже по городу иду совсем по-другому. Вы уже смотрите на город другими глазами, да? Вот, и вот это можно было, и это бы можно было, и это с евреями, а это не с евреями. Вот
только-только свежая, в конце прошлого года, «Праведники народов мира», «Праведники Украины» и «Спасители Николаевской области». То есть книга о людях, которые спасали евреев в период немецкой оккупации, рискуя собственной жизнью, жизнью своих родных, близких. Ну, опять-таки, большинство материалов здесь опубликованы впервые. Они годами собирались. Здесь было сотрудничество с израильским архивом «Яд Вашем». Ну, книга получилась, на мой взгляд, интересная, очень трогательная. Просто... Просто ее нужно почитать. Вот просто нужно прочитать. Владимир Владимирович, все, к сожалению, времени больше нет. Оно пролетело мгновенно в прямом эфире телеканала «Николаев». Но я думаю, что мы вернемся еще к этой теме, к этим книгам, правда? Друзья мои, а сейчас нам нужно уже уходить из эфира, но мы обязательно встретимся снова. А сегодня у нас в гостях были такие замечательные наши гости. Это голова громадської організації Миколаївська обласна єврейська громада Михайло Гольденберг і кандидат історичних наук Володимир Щукін. І ми підбивали підсумки 6-ї міжнародної науково-практичної конференції, яка відбувалась в Миколаєві 25 квітня. Це була розмова на тему. На все добре.